В зале фешенебельной гостиницы «Астаны» казахстанские чиновники рисуют бизнесменам из Румынии радужные перспективы бизнеса в Казахстане, разве что не танцуют перед иностранцами. Приходя в Казахстан, вы получите защиту от государства, то есть для иностранных инвесторов предусмотрены различного рода облегчения. Вы можете получить натурные гранты, землю, здание, оборудование. Когда вы откроете свой бизнес в Казахстане, вам возвращаются некоторые виды ваших затрат. Среди участников бизнес-форума представители скандально известной румынской компании «Ромпетрол Групп». В 2007 году «Казмунайгаз» выкупил 75% акций нефтехимической «Ромпетрол Групп». Первоначально сумма сделки составила 1 750 000 000 долларов. Позже для заключения данной сделки были выделены дополнительно 1 100 000 000 долларов, но уже из бюджета. Куда и на что пошли эти огромные деньги – загадка. Топ-менеджер «Ромпетрол» до сих пор запинается, когда ему задают вопрос на эту тему. Ну, касательно этих сумм, мы неоднократно давали пояснения, как вы помните, публиковались заявления компании «Казмунайгаз» на эту тему. Я говорю, это история, я думаю, двухлетней давности, я думаю, вам нужно просто посмотреть немного в исторические документы, это позволит вам, не знаю, вспомнить. Миллиард народных долларов все-таки нашелся и даже вернулся в Казахстан. Но только после того, как скандальные подробности сделки попали в прессу, финансовая полиция возбудила уголовное дело. Только результаты расследования так и не были преданы широкой огласке. К слову, экс-аким Алматы Виктор Храпунов, комментируя некоторые детали скандального дела с покупкой «Ромпетрол» в интернете, упоминает имя сына главного борца с экономическими преступлениями Рашида Тусубекова Жаната, который работал в компании «Казмунайгаз. Переработка и маркетинг», а в настоящее время возглавляет румынскую дочку казахстанской нацкомпании.